потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Прислали по весне и документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно это было вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей! Алешенька, сынок! Алексей! Алешенька, сынок! Алексей, Алешенька, сынок! Словно сын ее услышать мог. Рванулся из траншеи в бой, стала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет, но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей! Кричали земляки. Алексей! Просили, да беги! Сейчас в окно.